into space, playing games that none can play. Maybe someday we'll break the wall. Maybe the light will touch us all. На Евровидении в этом году было много спорных вопросов, особенно после финала, когда стало известно имя победителя. Сразу после завершения весь интернет был залит информацией о том, что победившая песня украдена. Другой спорный вопрос подняли Азербайджан и Россия. Якобы Азербайджан отдал России 10 баллов, но эти баллы не были обнародованы. Накануне финала в интернете появилось видео, где видно, что какие-то люди предлагают гражданам Литвы за деньги отправлять смски в пользу Азербайджана. Но эта тенденция начала себя проявлять на Евровидении с момента участия в нем Азербайджана. Сейчас Союз европейских трансляторов Евровидения стоит перед серьезной проблемой, так как они не должны были допустить, чтобы в песенный конкурс вошла бы политика. А политика уже в Евровидении. Иначе как возможно, чтобы министры иностранных дел России и Азербайджана встречались по вопросу Евровидения? Чего стоит тогда победа, если ее достигают таким способом? Следующий скандал подняла Украина, которая заняла 3-е место и заявила, что если песни Дании плагиат, Азербайджан купил свои голоса, то значит победили мы. В этом году я не смотрела. Так, краем ухом слушала. Есть СМС-голосование и жюри. Непрозрачное голосование. И нельзя сказать, как именно прошло это голосование в разных странах. Мы не ожидали, что Россия даст нам так мало баллов. Это было неожиданно. Все страны, устроившие скандал, Азербайджан, Россия, Украина – это бывшие советские республики. Во всех бывших советских странах болезненно воспринимаются низкие места на Евровидении. Мы хотим быть первыми на этом песенном конкурсе, представлять должным образом наш народ. Хотим, чтобы все знали, откуда мы идем и чего хотим в этом мире. Это комплекс неполноценностей. В других сферах не могут достичь каких-нибудь значительных результатов и думают, что место, где мы должны себя проявить, это Евровидение. В этом году места для комментов под нашим и азербайджанским видео на Евровидении 2013 были закрыты, так как было столько политики, столько агрессивных высказываний, текстов, взаимных оскорблений, что решили просто закрыть доступ. Я не вижу логики в этом. Да, ну Азербайджан. Пусть побеждает Азербайджан, если так хочет. Евровидение не поле же битвы. В этом году, в отличие от предыдущих, у нас не было проблем на Евровидении с Азербайджаном. Как это было раньше, когда устраивались неприятные ситуации для нас. Надо отметить, что во многих странах, в частности в странах бывшего Союза, к Евровидению относятся несколько иначе, чем, к примеру, в Англии, Франции, Бельгии и в других европейских странах. Правда, называют это конкурсом, но относятся к нему как к очень серьезной борьбе. Армяне всегда должны побеждать. Везде, в спорте, везде, что связано с Арменией. Везде должны побеждать и возвращаться с медалями. В европейских странах, таких как Франция, Англия, Германия, люди относятся к Евровидению как к веселому празднику. Идут на конкурс просто для участия. Я рада, что армяне понемногу начали относиться ко всему этому по-другому.